Модераторами встречи стали советник ректора ТюмГУ Ольга Завгезинская, депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов. Тема взаимодействия общества и власти вызвала большой интерес, и участники школы права активно дискутировали и делились своими мнениями. Что касается форм, расширены в соответствии с федеральным законом формы общественного контроля. В частности, появилось такое понятие, как мониторинг, общественный мониторинг, общественная проверка. И в этой связи мы в некотором затруднительном оказались положении. Я имею в виду те комиссии общественной палаты Тюменской области, которые фактически сейчас организуют эту работу. Эффективные механизмы общественного государственного партнерства в России обрисовала Инна Ветренко. Мы очень активно сотрудничаем с органами власти в плане обратной связи власти и населения, проводим для них различного рода исследования, организовываем круглые столы, куда приглашаем общественность, некоммерческие организации, экспертов местных, и здесь вот выступаем таким проводником в плане построения диалога между властью и общественностью. Уполномоченный по защите прав предпринимателей ХМАО Ольга Белоножкина отметила, что законодательный стиль у региона есть, а в Югре он даже опережающий. Член общественного совета при ОМВД России по Тюменской области Ярослав Велин подчеркнул, что сегодня государство особенно нуждается в общественных советах, которые действуют пока не в полную силу по причине малой освещенности в СМИ. В завершении встречи советник ректора ТюмГУ Ольга Завгезинская призвала задуматься о широких возможностях, которые могут открыть общественные советы, чтобы жить достойно. Лиана Элбакян, Алексей Мосов для Евразион ТВ.